Всем привет, и мы начинаем новые прохождения игры «Мой говорящий Том». Итак, давайте-ка посмотрим, что здесь и как. И да, друзья, кто любит Тома, прошу поддержать видео лайками, комментариями, подписками. Я хочу есть, идем на кухню. Ну что ж, давайте-ка отведем Томика в кухню. Положи еду мне в рот. Отлично, очень вкусная клубника. Вот, жует. Здорово, по-моему, ему понравился. Я хочу писать, идем в туалет. Итак, отправляем котика в туалет. И пока он писает, я его закрою вот этой шторкой. Вот так. Не хочет закрываться, но я все-таки попробую. Отлично. Я хочу играть, идем в гостиную. Что ж, супер. Полоскай меня, пожалуйста. Да, вот так мы полоскаем нашего котика. И неожиданно он уже захотел спать. Итак, ложим нашего котика вот в спальне, комнате, в кроватку, и сразу же засыпает, и, скорее всего, сейчас мы перейдем на новый уровень. Итак, да, нам предлагают поменять имя Тома, но я его не буду. Вот для меня он всегда будет Томом, поэтому вот менять имя, мне кажется, это как-то не очень здорово. Итак, супер. Кот Том переходит на новый уровень, и у нас появляется белая шерсть, голубые глаза и шлем викинга. Все, причем шлем викинга бесплатно. Итак, давайте-ка посмотрим. Вот, он хочет нас слышать, вот, но я запрещаю доступ, чтобы он нам не мешал. Итак, переходим, друзья, с вами сразу же в гардероб. Вот, давайте-ка перейдем в гардероб и посмотрим, что же у нас доступно. Итак, доступны голубые глаза, стоит 110 монет. Вот, но мы практически потратим все монеты. Есть у нас белая шерстка, но монет уже не хватает. И есть у нас вот такой вот шлем викинга, он бесплатный, но в нем Том выглядит как-то странно, друзья. Вот не хочу этот шлем, поэтому вот покупать его не буду. Хотя, раз он бесплатный, давайте-ка мы его наденем. Вот просто потестим. Вот, я его сниму и все-таки куплю голубые глаза Тома. Вот, за 110 монеток. Это даст нам дальнейшее развитие для вот нашего котика. Итак, деньги списались. Вот, голубые глазки у нашего Тома стали. Ну, а сейчас давайте-ка я поиграю с нашим котенком вот в разные игры. Итак, смотрите, достаточно неплохая коллекция игр. И моя самая любимая — это поездка на машинке. Друзья, ну что-то я ее не вижу. А вот почему-то сейчас она недоступна. Итак, в чем дело? Вот, пазлы есть, разбег кирпичи есть, радуга есть, только вверх, салют, желейки, бабл-шутер, 2048 и побег Тома. Странно, что сейчас нету, недоступна машины. Возможно, друзья, она только с интернетом, вот, или в чем дело, ну, пока как-то так. Итак, давайте-ка я пока попрыгаю вверх, вот, опять заработаем немножко монеток с вами. Вот, плюс сейчас попробую добыть кирпичик. Вот, супер. Итак, смотрите, как здорово прыгаем. Вот, да, замечательно, зацепились. И еще выше. Вот так здорово. Итак, друзья, вот только скачал игру с Play Market, и меня удивило, что сейчас нету машинки. Вот, возможно, что-то я не понял. Возможно, она появится чуть позже, но она теоретически, мне казалось, что должна быть в начале. Так, смотрите, достаточно сложный маршрут. Вот сейчас попробую перепрыгнуть. Вот, и да, мешок монет. Супер, мешок монеток найден. Ай-яй-яй, Томушка, и, к сожалению, я падаю. Итак, удалось, в принципе, сделать рекорд. Удалось заработать 26 монет, это уже неплохо. Вот, можем с вами еще вот сыграть какую-то игру. Ну, давайте-ка сыграем побег Тома. Вот, кстати, тоже одна из моих любимейших игр. Вот, соберем монетку. Кстати, здесь целая куча... Ну, ай! Вот так. Я чуть-чуть не попал. Чуть-чуть не попал. Целая куча пауков. Опять же, ждем. Вот, замечательно. И пока волны катятся, я иду вперед. Вот так. Чудесно. Так, продолжаем собирать монетки. Вот, сейчас попробуем поплавать на бревнах. Вот так. Супер. И у нас все получилось. Ждем, ждем. Ой-ой. Чуть-чуть стрелы не пригвоздили нашего Тома. Супер, ждем стрелы. Вот так. И пробежали через поезда. Ой-ой-ой, друзья. И я поспешил. И, к сожалению, друзья, не успел перепрыгнуть. Вот удалось заработать 7 монет, что, конечно же, тоже замечательно. Кстати, да, друзья, напишите в отзывах, в комментариях, какая у вас любимая игра. Ну, а я еще запускаю ракеты с нашим Томом. Итак, смотрите, игра достаточно простенькая. Надо совмещать.
вот кристаллики и запускать ракеты. Так что это даст? Ага, вот сюда предлагают. Отлично. Урони и взрывы все ракеты. Урони и взорви все ракеты, чтобы пройти раунд. Ну, достаточно все просто. Отлично. Итак, да, запускать 3 ракеты. Число ходов ограничено. Да, для первый раунд. Вот прошло обучение. Ну, я думаю, здесь ничего сложного. Итак, первую ракету мы запустили без проблем. Вот, сейчас мы пытаемся запустить вторую ракету, третью ракету. Вот, замечательно. И хотите, первый раунд мы прошли с вами просто на ура. Вот, я думаю, давайте еще один раунд пройдем. И, в принципе, этого, мне кажется, будет достаточно. Итак, что я могу здесь делать? Вот так. Я сразу же буду запустить целых 3 ракеты. Вот. Эту ракету я тоже запускаю. Итак, раунд второй пройдет. И пока, думаю, этого будет достаточно. Вы точно хотите выйти? Да. Вот, выходим. Итак, друзья, до сих пор удивлен, что здесь нету сейчас машинки, чтобы мы могли покататься. Как так? Ну и давайте-ка посмотрим, в каком состоянии наш Том. Том достаточно бодро выглядит, поэтому я думаю, давайте-ка еще сыграем какую-то мини-игру. Так, что у нас еще здесь интересного есть? Вот, пазлы. Пазлы. Кстати, а пазлы новая игра, раньше ее не было. Друзья, раньше пазлов у нас не было, то есть после последнего обновления, вы видите, появилась вот эта игра. Вот раньше ее не было, я еще не думаю, что за пазлы. Так, достаточно все простенько. Вот как по мне, жаль, что убрали машинку. Вот, я ее, это практически моя, одна из любимейших игр была. Но что делать, друзья? Вот так сделали разработчики, либо скачать вот другую версию, где машинка есть. Вот, напишите в отзывах, в комментариях, нравилась ли вам поездка на машине. Вот, либо вот так тоже будет неплохо. Возможно, друзья, я отключил интернет, и поэтому вот сейчас машинка недоступна, но, скорее всего, она все равно должна была быть активна. Видите, она совсем не активна. Итак, пазлики достаточно простенькие. Вот, как видите, слаживается достаточно быстро. Но, кстати, пазлы мне понравились. Достаточно здорово, молодцы разработчики. Ой, друзья, что-то как-то кривовато получилось. Вот. Как-то так, да. Здорово. Ну что ж, пока давайте-ка на этом тоже закончим. Удалось собрать 6 монеток, мелочи приятно. Я думаю, друзья, деньги мы будем собирать. Осталась у нас не сыгранная игра «Разбей кирпичи», «Радуга», «Желейки», «Бабл Шутер» и 2048. Причем «Желейки» и «Бабл Шутер» такие же игры, как в «Говорящей Анжеле», поэтому я их пока не хочу играть. Ну, давайте-ка еще немножко разобьем кирпичей. Вот так, думаю, будет неплохо. Итак, вот направляем пушку и разбиваем вот сундук. Вот, предлагает выстрелить по шарику. Вот, и теперь у нас теоретически будет 2 шарика. Вот, кстати, смотрите, как мы еще можем выстрелить. Прикольно. Вот, выстрелим в стену, и шарики будут вот летать по всему экрану. Просто супер. Итак, сейчас я попробую задействовать 3-й шарик. Вот так, смотрите, как здорово. Ай-яй-яй, не очень здорово получилось. Я надеялся, что результат будет более разрушительный. Вот, а ну-ка вот так попробуем. И нет, к сожалению, не получилось так, как я хотел. Но, возможно, сейчас получится. Итак, друзья, опять не получилось то, что я хотел. Ну, попробуем. Возможно, сейчас вот я попробую зацепить 2 шарика. Вот, и сейчас получится хороший результат. Ну, вот, уже как бы неплохо. Вот, конечно, хотелось бы лучшего, ну, посмотрим. Так, смотрите. Вот, бьем сундуки. Вот, начинаем их разрушать. И это пока все, что я сумел сделать. Итак, да, вот выстрелим по этому шарику. Итак, неудивительно, все шарики прошли мимо. Ну, тогда я попробую вот так выстрелить, смотрите. Вот, запустить где-то в тыл вот шарики. И, к сожалению, они нанесли очень мало повреждений. Ну-ка, если вот так. Да, вот смотрите, какой хороший результат. Сколько сразу же уничтожено сундуков. Вот, я попробую еще вот сюда как-то вот выстрелить. Возможно, сейчас нанесет больше повреждений. Нет, повреждений оказалось очень мало. Вот, неожиданно, друзья,
результат оказался хуже, чем я рассчитывал. Ох, какой хороший результат. Вот удалось уничтожить множество вот шариков. Вот попробую как-то вот так сейчас вот нанести повреждение. А ну-ка, если вот так. Смотрите, сейчас я попробую вот так выстрелить. И вот нет, результат меня не порадовал. Я надеялся, что удастся вот забросать шарики вот как-то вот сюда. А ну-ка, давайте-ка вот так попробуем. И не тот результат, что я надеялся, но, возможно, вот сейчас как-то сработает. Итак, смотрите, забрасываем целую кучу шариков. Вот, они летают, они вот задействуют другие. Вот, ну, к сожалению, это не тот результат, что я хотел. Итак, надо срочно разбивать вот этот сундук. Вот сейчас я попробую это сделать. Да, вот получилось. Так, здесь куча шариков летает, и удалось сразу же расчистить огромную территорию. Просто-просто супер. Ну, давайте-ка еще несколько. Вот сейчас я попробую вот зацепить. Вот как-то так. Вот слабо получилось, но не критично. Так, еще пробуем. Вот, да-да-да-да, смотрите, какой хороший результат. Ну, в принципе, друзья, мне кажется, на этом пока можно остановиться. Вот у нас очередной рекорд. Очень неплохо сыграли. Опять же, жду от вас отзывов и комментариев, какая у вас любимая игра. Вот, пока ничего у нас нового у Тома нет. Ага, он захотел в туалет. Ну, давайте-ка отведем нашего котика сюда. И я думаю, давайте мы его еще покупаем. У нас он совсем грязный. Вот, но нет, это ненадолго. Сейчас мы его вот здорово намылим и смоем мыльную пенку. Вот так, супер. Очередная монетка заработана. Вот, ложим котика спать. И, скорее всего, сейчас он теоретически должен перейти на новый уровень. Если даже не перейдет, я ему попробую дать вот картошку фри. И все-таки мы его перейдем на новый уровень. Итак, третий уровень. Кстати, вот усталость его накопится или все-таки будет. И смотрите, сколько всего у нас открылось. Итак, синяя-оранжевая шапка, зелено-оранжевая шапка, синяя-желтая шапка и очки ботана. Причем очки ботана совершенно бесплатно. Вот. Ну, я думаю, давайте-ка отведем его сейчас в гардероб. Все это примерим. Вот. Итак, что у нас очки ботана? Бесплатно. Вот выглядит в нем, конечно, не очень. Вот что с шапками. Шапка стоит 165 монеток. Вот зелено-оранжевая 165 и синяя-желтая 165. Ну, что-то новенькое надо купить нашему Томушке. Вот, я смотрю, какая шапка ему лучше пойдет. Вот. Ну, честно говоря, вот это мне больше понравилось. Вот ее мы сегодня с вами и купим. Очки, наверное, я все-таки уберу. Итак, вот такой вот няшный, вот милашный у нас появился Том. Вот, на этом сегодня, друзья, я уже с вами буду прощаться. Всем пока-пока. Итак, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Вот все, кто любит кота Тома. Опять же, если вот видео вам понравилось, прошу поддержать лайками, комментариями и подписками. Ну, а на этом сегодня прощаюсь. Всем пока, друзья, до новых встреч.